Одна очень известная компания сделала много микроавтобусов, переделала их, сделала вот такие вот перегородки, борта переделали, сиденья. И через какое-то время вылазила куча проблем, которые они не решают. Автомобили, это уже не первый автомобиль из этой компании, который к нам приезжает для того, чтобы мы его довели до ума. Добавили кнопки на закрывание дверей, разобрались, почему атаманки плохо работают. Вот постоянно реанимируем такие автомобили, и не только такие. Много уже V-класса к нам приезжало, со всеми разбираемся.